Итак, дорогие друзья, я вас всех приветствую. Наконец-то долгожданный литровый супермотоцикл Stealth Gepard, в кавычках, который, да, показал суперскоростные результаты. У нас в работе. Человек купил, у нас несколько литров сейчас в работе. Будем их тюнинговать и подготавливать для клиентов. Дмитрий, он у нас занимается чудо-мотоциклом. Дмитрий, подготовим? Подготовим. Говорит, все сделаем. Так, смотрите, здесь будет делаться такой большой максимальный проект. Мы про него вам будем рассказывать и снимать. Процесс начала я не успел заснять, потому что чуть поздно подъехал. Но смотрите, здесь у нас вместо штатных колес поставлена большая грязевая 30-я резина ITP Moodlite XXL 30, 10, 14 в круг. И диски с бэдлоком ITP 14. Вот. Это первое, что мы сделали для этого квадроцикла. Дальше у нас идет установка выноса и шнуркелей на данный аппарат. Пока систему мы оставляем, как она есть, с этим самоваром, самогонным аппаратом. Василий Трофи Про для нас изготовил вынос специально под литровый гепард. С такими площадками он идет, потому что вот уже он также идет в резной, радиатор больше, он вынос сам стал больше, но чтобы сделать более-менее аккуратненько, здесь уже нельзя без этих площадок его установить, потому что там не к чему подцепиться. Все то же самое здесь вырезает, здесь все будет закрываться. Для чего сохранили вот эту систему штатную? Пока квадроцикл новый, на гарантии, надо все делать по штату, чтобы не было потом вопросов, что переделали систему и так далее. Если 800-й, 650-й гепард и так далее, они уже изучены на 100%, никаких гарантийных случаев, ничего. Мы переделаем, они ездят, все кайфуют. И ни моторы, ни коробки, ни вариант, все, короче, уже изучено и все отлично. То здесь надо все-таки клиенту сохранить гарантию. Поэтому все пока оставляем в штатном варианте. Как только все это будет изучено, потом будем, конечно же, эти все самогонные аппараты в дальнейшем убирать и так далее. Сейчас у нас здесь идет процесс установки фар X. Это все осталось то же самое. Фар X со шнуркелями немножко здесь по-другому. Но мы все разобрали. Естественно, сделали полную герметизацию шнуркелей. Это все уже дело высохло. И собираем. Здесь, смотрите, вот в штате уже идет выход заводской. Здесь отсюда уже подцепляемся и начинаем вести. Также и вход. Он сделан сюда на такую синюю пластиковую, резиновую силиконовый шланг. И там идет вход. Тоже к нему подцепляемся и делаем шнуркеля. Забор воздуха сделан как на обычном гепарде. Все. Вот. Далее. Что нам предстоит сюда поставить? Подножки ProQuad. Амортизатор Plaza с врезкой масленок. Доп. Свет. Фару доп. Света RGB. Далее нам предстоит все проверить, прокатиться. Будет делаться тоже все устранение люфтхвостовика. Сделаем. Здесь шестерни не надо менять. Обслуживание ступичных подшипников будем делать. Единственное, здесь новый мотор, новый двигатель. Шестерню, масляный насос здесь менять не надо. Здесь все новое. Новый вариатор, новая коробка, новый двигатель. И пока вариатор новый, пока тоже сюда ничего не делаем. В дальнейшем будем делать клатч-киты, потому что сейчас посмотрим, как все это дело работает, как все это дело настроено. Должно пройти время, чтобы изучить эти все вопросы. Вот. Потом в дальнейшем будем, конечно же, делать тюнинг вариатора. Пока будем смотреть, как это все будет ездить на этих штатных настройках с этими колесами. Сюда будет установлен широкий высокий руль, подогрев, защита рук. В общем, прокачаем квадрик по полной и потом вам покажем финальный результат, что получилось, как он едет вообще и так далее. Немножко запылился он, потом его сполоснем. Долго ждал своей очереди. Вынос сделался с нуля, новый. Поэтому немножко пришлось клиенту подождать. Но сейчас все в порядке. Все, короче, четко. Так что комплектуем тысячный гепард полным тюнингом. Все вам покажем. И покажем, как финальный получилось. Проедемся, посмотрим. Покажем, как он едет и так далее. Так что, ребята, все, не переключаемся. Смотрим.
Итак, ребята, второй день работы над гепардом тысячным. Финальная стадия. Уже собираем. Скоро покажем вам конечный результат. Смотрите, сейчас идет установка подножек ProQuad на данный аппарат. Здесь немного по-другому идет установка подножек. В целом все то же самое, но есть нюансы. По-другому здесь расположение. Другая крышка вариатора, со с той стороны другая крышка магнит. Все расположено чуть по-другому, поэтому надо немножко было изменить конфигурацию. И поэтому подножки стоят чуть-чуть по-другому. В целом все то же самое. Уже у нас установлен широкий высокий руль, подогрев рук, защита рук. Все, кофр мы сюда ставить не будем, потому что владелец остался старый кофр у него дома. Он поставит его самостоятельно. Установили синтетический трос. Осталось все собрать. Фары уже стоят подключены, колеса. Балочка у нас вот так вот встала, РГБшная. Вынос вот так вот. Все, потом вам покажем внешний вид, как будет. С этой стороны у нас вот так вот выглядит все это дело. Другое немножко расположение, как я вам и говорил. Сюда сейчас устанавливаем подножечки. Потом мы его сейчас ополоснем, потому что он немножко запылился. Долго стоял, ждал вот эту всю конструкцию. И поедем, протестируем и покажем вам, как все получилось. По-моему, получается все отлично. Все будет красиво. Смотрите, какая бодрая резина. Большая 30-я. Куча места. Ничего цеплять, ничего не... Все отлично. Гепард 2.0 подходит спокойно под установку резины любой. Можно вплоть до 32-й ставить. И сюда еще остался последний штрих. Амортизаторы Plaza. Клиент выбрал амортизаторы Plaza. Сюда поставим сурецкий масленок. И уже будем выдавать технику скоро. Так что, друзья, следующее включение уже будет напрямую с полей, с тестов. Так что все, не переключаемся. Ждем включения с поля. Итак, ребята, ну что, вот он, финальный день. Завтра у нас выдача клиенту данного квадроцикла. Stealth Gepard 1000 практически в максимальном тюнинге. До максималки здесь были бы амортизаторы UHT 4. И так, в принципе, он полностью подготовлен. И ну, выхлоп тюнингованный еще. Но выхлопа на 1000 Gepard пока не сделали. Есть тут другая выхлопная система. Здесь стоит сейчас штатный выхлоп. Потом попозже сделаем выхлоп на Gepard. А сейчас у нас Gepard 2.0. 1.0, 800-ки, 850-ки, 650-ки только есть выхлопы. Здесь немного по-другому, потому что мотор другой, и магистрали другие, поэтому выхлопа нет. А так здесь практически максимальный тюнинг. Вот такой вот тысячный аппарат получился. Постарались сделать по максимуму все четко, аккуратно и красиво, насколько это возможно. Давайте пробежимся по списку доработок еще раз. Здесь стоят колеса, значит, диски с бедлоком ITP 14-е. Резина ITP Moodlite XXL 30, 10, 14, в круг одна широкая. Далее здесь идем вот такой вот вынос радиатора Trophy Pro с транспортировочными площадочками. Вот так это все дело получилось. Фара RGB Aurora, фары Aurora X, синтетический трос, отбойник троса, шнуркеля, руль, защита рук, подогревы. Далее стоят подножки ProQuad обязательно. Далее установлены амортизаторы Plaza, врезаны в них масленочки. Кофр, как уже говорили, владельца остался старый, он его поставит сам. Значит, здесь у нас установлена балка заднего света. Подпорки нет, потому что будет маленький кофр, нагрузок не будет. Поэтому владелец предпочел без кофра. Также здесь сделан комплекс мероприятий по подготовке к эксплуатации, а именно протяжка квадроцикла полная. Далее мы обслужили ступичные подшипники, полностью все промазали. И устранили люфт хвостовика. Шестерни здесь не меняется, мотор другой. Вот. Вот такой вот получился аппарат. Вынос, смотрите, выносов сейчас, поскольку, еще раз повторюсь, это квадроцикл новый. Пока вынос делает только Василий, он его оперативно подготовил. Это самый первый вынос для тысячного гепарда. И поэтому... Как сказать, вариация пока такая. В дальнейшем будем дорабатывать. И сейчас, чтобы сохранить гарантию, он получился немножко громоздкий, массивный, потому что надо было сохранить систему 2.0. Сейчас люди поездят, и мы сделать будем как раньше.
не будет вот этого бачка, не будет вот этих площадок, все, он будет еще утапливаться больше назад, балка будет ставиться сверху, но это пройдет время. Сейчас после праздников займемся конструктировкой вместе, разработкой, примеркой экземпляров. Ну, месяца через два, может, полтора выйдут уже другие выносы, которые будут больше утапливаться внутрь, вот сюда, больше. Не будет вот это все навесного, это будет, как раньше, будем переделать по систему 1.0, сверху будет ставиться балка, уже потому что не надо будет под бачок. Вот что будем в дальнейшем разрабатывать. Будут и такие вариации, да. Что касается термостата, на заводе все-таки 100% слушают видео. Полезли мы посмотреть, что там с термостатом. Открываем, а там-то его и нет. Они его убрали, сами удалили. Или уже изначально его там не стояло. Так что завод слушает все и делает, как правильные ребята говорят, да. Так что вот так, ребята. Термостат уже с завода сами выкидывают. Сами поняли, что он нахрен там не нужен. И из-за этого только проблемы. Так что вот такие вот дела. А я напоминаю, что если вам нужна помощь в тюнинге, доработках, индивидуальные проекты, любые сложные решения, Stealth Gepard, AODES, CF, BRP, RM, вы можете обращаться к нам. Ремонт любой сложности. Двигатели, редуктора, коробки, подвеска и так далее. Все контакты есть в описании под видео. Адрес нашего сайта. Телефон мой, телефон Алексея, значит, соцсети все, Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, везде там подписывайтесь. У нас есть, появилась новая группа в Телеграме, там уже за несколько дней набралось 500 человек, люди общаются, собираются, обсуждаем. Там выкладываем анонсы наших покатушек, то есть если мы куда-то собираемся кататься, мы выкладываем даты, время, место сбора. И вот уже первую покатушку провели, отлично, приезжали ребята. Сейчас вторую проводим, тоже анонсировали, тоже ребят приедут, будет мощная катка сейчас. Скоро увидите все на канале, там будет много народу, скоростные прохваты. Там можно из других городов, если вы объединяться между собой, кататься. В принципе, для этого и группа создана, чтобы объединять наших клиентов, наших зрителей. Например, вы из Ростова. Создаем ветку покатушки Ростов. Вы там объединяетесь с другими ребятами, общаетесь, катаетесь и кайфуете. Также там можно обсудить технику, какие-то вопросы, показать свою технику, свои гаражи, как строить гараж, там какой и так далее. Очень интересно, подписывайтесь также в группу в Телеграме. Так что, друзья, вот такой получился красавчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.